задачи, которые я ставлю, быстрее внедряет лучшие практики, которые в других регионах есть. Поэтому мне, конечно, очень важно, чтобы вы подсказали, какие проблемы уже решены, где какие лучшие практики можно заимствовать и быстрее у нас внедрять, потому что залог быстрого движения – опора на то, что уже сделано в других регионах. Я постоянно, не скрою, нахожусь в контакте с моими коллегами-губернаторами, и особенно вот сейчас в период там, коронавирусной инфекции, неопределенности, как поддержать бизнес, как не допустить спада экономики, как восстановить занятость. Прям, ну, десятки звонков иногда в день бывают, вот с тем, чтобы подвериться, обменяться и правильный алгоритм выбрать. И в этом смысле платформа, которую вы запустили, успешно продвигаете, она очень важный для нас инструмент. Ну, вот это направление особенно я хотел подчеркнуть. Ждем подсказок и очень активно будем их внедрять. Ну и, конечно, мы видим, что стандарты, ожидания не стоят на месте, все регионы активно идут вперед, и здесь неоднократно это и руководством страны, и Андрей Ремович Белоусов все время подчеркивает, что инвестиции – это конкурентное поле, инвестиционный климат – это конкурентная такая среда. И всегда нужно идти вперед. Любая остановка или любое даже замедление темпа равнозначно скатыванию вниз. Вот. Нам тоже важно это движение продолжать. Мы внимательно смотрим опросы, которые проходят, мы фиксируем те проблемы, которые наш бизнес обозначает. Еще раз повторюсь, их достаточно. Это и административное давление, которое фиксируется, это культура, так скажем, отношения среди контролирующих органов и среди административных структур, особенно на уровне местного самоуправления. Это нехватка определенной чуткости к позиции, вернее, к запросам и граждан, и бизнеса, которые мы фиксируем со стороны органов власти. Это вопросы, которые касаются вот такого диалога и оперативного решения вопросов. Ну и то, что мы сегодня будем с вами обсуждать, уверен, что предприниматели наши, они точно как это не стесняются высказывать, и я это только поддерживаю с тем, чтобы мы вместе эти пути решения находили. Уверен, что нам здесь удастся результат достичь.